здесь будущим абитуриентам предлагается такая ярмарка специальностей, где они могут подойти к представителям каждого факультета и расскажут, какие же специальности у нас есть, какую квалификацию они получат. И здесь в полной мере будут все абитуриенты находиться в зоне нашего внимания. Ярмарка специальностей – своеобразная фишка дня открытых дверей в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. Именно с нее начинается знакомство школьника-выпускника с вузом и его возможностями. Выбор профессии – задача не из легких, а потому ответить на философский вопрос, куда поступать, чтобы не ошибиться, помогают такие своеобразные экскурсы. 10 факультетов показывали свои лучшие стороны и объясняли, почему именно их специальности стоят внимания. История и так увлекала, получается, где-то, может, с 8 класса. И в итоге в 9 классе там началось, изучали Вторую мировую войну, и еще больше увлекло. А дальше начал там с папой смотреть про исторические всякие факты там. Ну и в итоге это все увлекло, и мне захотелось попробовать там что-нибудь на историческом факультете. Толчком для изучения истории для меня стала Вторая мировая война, она меня вдохновила. Ну и я и решил для себя, что исторический факультет – это достаточно престижно и выгодно. Собираюсь я поступать на географический факультет, туризм и гостеприимство. Я очень люблю путешествовать и поняла именно я, когда я хочу поступать сюда, именно в этом году у нас появилось УПК, то есть похожее что-то. И вот прям вот мое запало в душу. День открытых дверей дает возможность знакомства и общения с ректором и проректорами высшего учебного заведения, а также со студентами всех факультетов. Именно они помогают с выбором и консультируют ребят. Самые волнующие и интересные вопросы можно задать им, а они, в свою очередь, с удовольствием ответят. Мы с удовольствием объясняем, рассказываем будущим абитуриентам, студентам нашим, о том, какие занятия проводятся на факультете, какие специализации существуют, где в дальнейшем у них есть возможность работать и проходить практику. Как правило, их привлекают это государственные органы, прокуратура, суд, им это очень интересно, но и также приходят ребята, которые интересуются частной юридической практикой, это юрисконсульты, это адвокатура, поэтому достаточно большой поток людей, и очень интересно они слушают с такими большими глазами, приятно видеть интерес. В нынешнем учебном году университет имени Александра Сергеевича Пушкина выполнил план набора на бюджетную платную форму обучения. Несмотря на то, что с каждым годом увеличиваются проходные баллы, количество поступающих в ВУЗ растет. Преподаватели отмечают, что уровень подготовки и качество знаний нынешних абитуриентов на высоком уровне. Набор на 2020-2021 год пройдет в соответствии с требованиями рынка труда. Возобновляем еще набор на специальность социальная педагогика, потому что мы вообще там производим мониторинг востребованности кадров, и вот социальных педагогов тоже не хватает в школах. В следующем году, в 2020 году, планируем увеличить набор на специальности, которые востребованы. Присоединиться к дружной университетской семье и не прогадать с выбором поможет День открытых дверей, который состоится будущей весной. Подробную информацию о формате проведения и дате можно узнать на официальном сайте вуза. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.